Let's go! Ребята немного проспали, ну как немного, должны были выходить в 5 часов утра, а уже 10, проснулись 9:30, так что быстро собираемся и вперед. Погода сегодня солнечная, на океане штиль, пойдем к последней пятому острову, чтобы быстро наловить и домой. Не особо время есть сегодня быть на воде. Что-то мой пауэрбанк не фурычит. Или он уже зарядился, поэтому отключил. Ай да, батарею зарядила и все. Хороший пауэрбанк с солнечной батареей. Поэтому экономный, можно от энергии запитываться, а можно от солнца. Опа. Ай, вам плохо видно, светит, перебивает солнце. Вот, все, будет работать. По-быстрому, ребята, собираемся. И отходим. Погода вообще класс. Людей немножко прибыло. Ну вот, мы убрали свой лагерь. Весь мусор, чтобы ничего не оставлять. Поэтому немножко прибрались и будем отходить. Мы в открытом океане. Много здесь островов всяких. Вон там видно, если на камеру, не знаю. Раз, два. Этот, три, четыре, пять. Классная природа, классный отдых. Жалко, что не остаемся сегодня, потому что завтра Мантас работает, а чтобы не работал, то я бездомно вечером. Думаю, остались бы на две ночи. Да, Леха, приезжай к нам. Конечно, приезжай к нам. Будем ходить вот по таким просторам океана. Гости! Места в лодке хватает еще. Да, три, может, четыре. Так что, Леха, welcome! Добро пожаловать на наш борт. Будем зажигать эту Ирландию и покажем, как народ должен отдыхать. We'll be right back.
Ребята прибыли на точку. Сейчас будем стартовать. Сколько глубина? 16 метров. Дрейф пойдет на 50. Сейчас будем стартовать. Покажу вам. Пока что я ловить не буду, а буду снимать, показывать вам, что будет клевать. Вот первое за вас, за сегодняшний день у Мантаса открытие уже. Сделал старт. Нет, нет, отпустили вчера. Не отпускаем, зачем? Блядь, это сегодняшний день. Вчера старт делали, а не сегодня. Вот вчера. Ребята, чуть не было аварии у нас. Прям туда чуть не занесло, мотор не заводился. Но вовремя все. Все, короче, завелись. Я уже бросался за весла, чтобы, блядь. Ближе берега, Ромас, может. А? Да имеем вообще. Да, это отпускаем таких. Таких отпускаем. Пускай растут. Что, ребята, у Ромаса трофейчик, видимо, сидит. О. Нормальный? О, видно, да. А, это его, видимо, за боком. За гор. Поэтому он так. А нет. Ну, видно, нормальный, нормальный. Два. Неплохой. Да, Эрика, траут. Короче, я подержу. Не держи, лови. Ну так я, бля, снимаю. Чтобы он не ушел бы. О, хороший, красивый, золотистый. Ой, второй такой же, Ромус. Смотри, какие два красавца, а. Какие два красавца-то, а. Ребята, смотрите. Видно? Да, конечно. А? Да. Извиняюсь за мат. Вот. Ну, не спеши, не спеши. Короче, он запутался в мое еще. Не, пока что он спокойный. Сразу бросай в ящик. А... Нет, у меня побольше. Да. Пока что я опережаю. Больше, больше. Да. О, ребята, смотрите, какие два красавца взяли у Ромаса. Секундное время. Один взял, потом через несколько секунд второй. Ужас, как он проглотил, бля. Проглотил? Где ну, надо? Да. А я не знаю, где. Видно на камере? Посмотри, жоп, его нижу, горло. Да, заглотил нормально. Где эти щипцы, я не знаю даже. Достанешь или мне щипцы найти свои? Ромас. Плоскостку, блин. Мантос плоскостку. Мантоску шкурта им дал. Короче, я достану свои. Подожди. Сейчас найдем. Сейчас все найдем, Ромас. Вот, возьми мои. Бери, бери, давай. Отцепляемся и рыбачим дальше. Места не теряем. Возьми за жабры его и все. Ой, так тебе будет проще вытянуть. Так, у Мантаса, видимо, трофейчик. Ага. Ушел? Ну и все. А у Фидер Зейн? Так, у Мантаса опять поклевочка. Один ушел большой. Сейчас говорит, кто-то небольшой клюнул. Ну, а таких отпускаем или нет? Я думаю, отпустим.
Тоже на гирлянду, на перышке. Небольшой. А 500. Go home. Ну, Рома экспериментирует что-то на вязание. Ого. Парик, ну какая-то лёдная. Сейчас навяжет. Я думаю, тоже может не на перья, а на резинку пробовать. Короче, буду, ребята, наверное, рвать, потому что зашел он в скалу. Я знаю, что он там сидит на крючке, чувствую, но вот, не хочет все. Он выходить. Сейчас попробуем его поднять. Подожди, наверное, он пошел. А, пошел. Или он... А, не, он ушел. Ушел. Он ушел, я поднимаю его. Yes. Я так думаю, что он ушел, потому что ничего хорошего. Да. А нет. Никто не ушел, да, бед, посмотри. Ушел, идет. О, бля! Смотри. Нихуя себе! Нормальный, нормальный. Красавчик. Ну, видишь, как побился об скалы весь. Весь пораненный. Вот это молодец. Ой, ребята. Лопата. Лопата, блин. Сейчас вам покажу. Да, он дал мне, блядь, помучиться немножко. Но я выиграл этот бой. How much is the fish? Here we go, here we go, here we go again. Погода вообще отлично, радует. Вчера, кстати, было пасмурно. Ну, не знаю, может, вчера, чтобы были бы на этом месте, уже давно бы целый ящик рыбы было, был бы. Это было в августе. Не, это было в сентябре мы, а, наверное, сентябре. Были, а? Ну, да. Сентябрь. Августе или сентябре. В сентябре мы были. Это самые пики. Но мы в любом случае вернемся на это место. В любом случае. Клёв так себе. Все равно мне что-то не нравится тут, на этом месте. Там ближе было лучше. Покушаем. Немножечко. Зальцес, или как это называется по-литовски, не знаю. По-русски это зельц. А может и не по-русски. А по-литовски это зальцес и все. И не спорься со мной, что это не зальцес. Тихо, шальпена, знаете, как это тайное. Ну да, похоже на, как это по-русски называется, на... Бля, забыл. Сейчас, ребята, вспомню. На холодец, вот. Холодец. Похоже холодец, на холодец. Да, по-русски. Шальтена, холодец. Путаю я.
языковой барьер, приходится на разных языках общаться и знать много слов, вспоминать. Как называется, на чужую удочку тянет. Не, видно сидит хорошо. Я мне непривычно. Я левой рукой не привык. Ну, сидит нормалек такой. Да, сидит неплохой. О, не хочет. Три, бля, три. Килограммы. Три, один. Икры. А, три килограмма? Один, конечно. Ставим ставку. Три. О, блядь. Не. Больше трешки. По... Три, четыре. Я по думаю, пол четвертого. 3.50. Я думаю, больше, чем три. Эй, ману уже вырисил. Ману. Ладно. Это Борел. Ай, блядь, вообще курва. Да. Грай, грай, грай. Тим сову. Поляй сову. Поляй сову. Сейчас мы его составим. Упирается. Но это больше трех. Точно. Сейчас Ромка рекорд ставит. Четыре, бля. Ну, ставим, ставим. Четыре, бля. Грай, аж кетрис. Четыре, бля. У меня четыре. Я думаю, 3.200 где-то. Бля, 3.5. 3, где-то 3.600. 3.600. Задел 3.30. Ну, нормальный, а? Нормалёк. Хулиган нас! Ого! Четыре, блядь! Нет, килограмма! 3.50! Еще не видел. Я думаю... Не, три будет. Три. Да. Да, больше. Не, три 200, я думаю. 3.200. Вот с таких нормально филе делают. Не, три. Трешка не будет. Три. 2.5. Наговорил, побил рекорд. Покажите. А сетку? Каша, пассивира.
хуях. Корсетка, кролики, блок. Ну, смотрите, какие пелочки на нем. Видно, что он на глубине стоит. Нормально. Так, однако. Однако хорошо даже клюет. Сейчас будем и мы пробовать. Ребята словили налима морского. Небольшой. Ну берем, берем, берем. Вкусно. Тут треска. Налимчик. Это морской? Да, морской налим. Маленький. Ну берем, не часто попадается. Отпустим. Или отпустим. Отпустим, маленький. Отпустим? Да, маленький. Ну давай отпустим. Или не отпустим. Или отпустим, или не отпустим, я не знаю. Банта запустим. Хозяин барин. Кто словил, тот и думает. Так, смотри, какой усик. Да. Курва крапись. Нихуя не отпустит. Ребята остановились. Рыбачить на мясо. На дрейф. На дрейфе. Потому что очень уже устали. Да. Впереди еще дорога домой. За эти острова всякие. Рыбу еще надо чистить. Собираться, потом 150 километров проехать. Короче, не сладко. Ну, рыбы наловили, видите, все трофеи. Сейчас клюют такие побольше, в основном по 3 килограмма. Ромас нормально наловил. По трешечке такие, больше трех даже. Ну, посмотрим, что дальше будет. Погода шепчет. Звезды. О, не, нормальный крабятина. Берем на берег. Нормальный один. Вообще отличный. Крабище какой, а? В магазине 5 евро, 5 евро. О, это большая звезда. Дай мне ее пока что. Выбрасывай. Вот такие у нас звезды. Здоровая, здоровая.
Как, нормально? Не болело? Очередная сеточка. Нет. Нет? Хуёво место. Все, ребята, прибыли на место. На места вкладываться. What's up? What's up? Hiya. May I ask you a question? Yeah. I'm from Germany and we wanted to stay overnight. Yeah. Do you know if that's a problem? If we stay there? No. No problem. We stayed that's yesterday. For okay. Few okay. Nights, yeah. Okay, where are you from? Lithuania. You... Ah, okay. I see. You can, that's no problem, yeah. Okay, thank you. Want a beer? Huh? Want a beer? I have. Thank you. Germany beer? I don't think so. It's Czech, I think. Brand new. Czech. Yeah. Can I try? Yeah, sure. Oh, it's cold. Good. Yeah. Maybe if you want a fish for cooking, no. Just. You have grill? We have a fireplace and yeah. Some pans and such. Yeah, we just. We four just met on a ferry to Ireland. Yeah. And we started like a little on the road cooking show. first day we had waffles with apples and maple yeah. Syrup and bacon. Next day we had spaghetti with pesto. Good. All self-made. Nice, yeah, it was yeah. Really good. It's nice. And yesterday we made our own Irish breakfast rolls. You tried them? Yeah, yeah, exactly. It's a good place, this one. Yeah. Yeah. It's very beautiful. So you want a beer? Oh, 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 oh,